Губернатор Игорь Руденя вручил орден почета председателю Совета директоров Завидово Девелопмент, генеральному директору компании Vasta Discovery Сергею Бачину. Проект по развитию комплексного курорта Завидово реализуется в Тверской области с 2011 года при поддержке регионального правительства. Он включен в состав национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» туристско-рекреационного кластера «Волжское море». Общий объем внебюджетных средств, вложенных в реализацию проекта, достиг 30 миллиардов рублей. Создано более 1000 рабочих мест. После выхода всех туристических объектов на проектную мощность заявлен ввод 8800 рабочих мест. При участии Сергея Бачина решаются задачи по созданию социально значимой инфраструктуры в Завидове. Среди реализованных проектов – ввод досугового центра и поликлиники с диагностическим центром, нового корпуса школы в деревне Макшино, закупка санитарного автомобиля для амбулатории, модернизация образовательных учреждений и жилищно-коммунального комплекса, благоустройство прилегающих территорий и дорог. Игорь Руденя подчеркнул, что работа Сергея Бачина получила высокую оценку президента. Вручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы сегодня вручаем Сергею Викторовичу Бачину высокую государственную награду «Орден почета». Очень важно, что это государственное признание ваших заслуг перед нашей страной, большого вклада в развитие экономики нашей страны, внутреннего туризма, а также это результат вашей многолетней благотворительной и меценатской деятельности.